Еще раз добрый день. Я, наверное, был первым человеком, который поднял этот вопрос еще в те времена, когда вы, Денис Николаевич, даже не знали, что диплом получите, юрист. И этот путь был длинным. Я писал письма, я ходил, я собирал людей. Мы присутствовали на этих советах. И мне всегда казалось, что это приносит пользу, и что людям это нужно действительно. Но потом случилось чудо, и мы избрали подавляющее большинство совет депутатов. И вы, ваша фракция, устроили из этого совета базар с перетягиванием штативов, с руганью, матами и так далее. Я не вижу, не понимаю необходимости вообще кому-то присутствовать на заседаниях совета. Пожалуйста, если есть люди, которые интересуются, готовы помочь в принятии каких-то вопросов их решения, приглашайте их на комиссии. Никто ведь этого не запрещает. Но совет депутатов – это место и время, когда уже принятое и обсужденное решение. Ну, я не знаю насчет трансляции. Трансляции вы ведете, между прочим. Причем, как я заметил, помягче сказать, в своих интересах редактируете свои ролики. Вот. И никто вам этого не запрещает. И вот сейчас любой может записать с экрана то, что происходит, и опубликовать где угодно. Пожалуйста, у вас 5 человек, 5 роликов можете выпустить. Но устраивать балаган из совета, мы это уже проходили, мы потеряли 2 года жизни города, которые могли быть плодотворными, и которые вы угробили. Конкретно вы угробили. Вот вы, Павел Николаевич, и вся вот эта вот братья, которая сидела и делала вид, что играет в демократию, в гласность и прочее. Поэтому давайте уже прекращать вот эту практику и переходить к нормальной работе. Спасибо. Спасибо. Коллеги, предлагаю принять решение об утверждении порядка обеспечения присутствия граждан, физических лиц, в том числе представителей организаций, общественных объединений, государственных органов, органов местного самоуправления на заседании коллегиальных органов местного самоуправления Ленинского городского округа Московской области. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата Черникова. Прошу голосовать, кто за. Против? Воздержались? Решение принято.